Россия является крупнейшей европейской страной, активным участником Совета Европы. Присоединились мы к 67 правовым актам этой паневропейской организации и воплотили их нормы в национальное законодательство в целом ряде случаев. Этим визитом генерального секретаря Совета Европы госпожи Марии Печинович Бурич. Этим визитом мы подводим символическую черту под системным кризисом, в котором Совет Европы пребывал в 2014-2019 годах из-за абсолютно неправомерных, противоречащих уставу этой организации, действий ряда членов его парламентской ассамблеи. Весной прошлого года я встречался в Москве с предшественником госпожи генерального секретаря господином Ягландом. Кризис был в самом разгаре. Теперь ситуация качественно изменилась, прежде всего в результате состоявшейся в мае прошлого года в Хельсинки конференции сессии Комитета министров Совета Европы. Права российских парламентариев с тех пор были полностью восстановлены, и главный урок той ситуации, мы согласны в этом, заключается в том, что неприемлемо в Совете Европы разговаривать языком угроз, ультиматумов, давления, неприемлемо пытаться нарушать ключевые принципы, на которых Совет Европы базируется и которые закреплены в его уставе.